Добрий день! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Запрошую вас поринути у світ мистецтва. У нас в гостях майстриня творчого об'єднання «Прибуж'я» Людмила Гацура. Вітаю вас! Здравствуйте! Розкажіть, будь ласка, про себе. З чого почалося ваше захоплення творчістю? Ну, творчеством я почала займатися вже давно, лет 12 назад. Це був такий порыв души, порыв души, да, хотелось какого-то чего-то в жизни, красок каких-то. А может, вас что-то натолкнуло, может, родственники рисовали или вы сами себе просто понравилось что-то? Ну, я с детства думала о том, что у меня профессия будет связана с творчеством. И в какой-то момент настал, что мне захотелось именно рисовать картины какие-то. Ну, не знала еще я, с чего начать. А картины какие вы рисовали? На разные темы или вот чисто петриковская роспись? Первые картины тоже это были птицы и цветы. В основном цветы и птицы. Такое весна, все цветет. Может, как женщины все любят цветы. Наверное, цветы. Вы, кроме того, что сами начали учиться рисовать, я знаю, что вы еще и учились рисовать. Да, через несколько лет после того, как я начала заниматься творчеством вообще, я узнала о том, что можно обучиться петриковской росписи и пошла на курсы, можно сказать. А чем вас все-таки вот привлек вот петриковская вот эта роспись? Знаете, я, как и многие люди, не знала, что есть вообще петриковская роспись, но когда я увидела эти все цветы, эти все панно, работы учительницы, которой я училась потом, то это для меня это было открытие. Такого что-то новое все. Вот. Для меня восторг был, честно. А может, расскажите о том, какие символы присутствуют в ваших картинах вообще? Ну, скорее всего, это порыв души, настроение. Бывает, увидишь какой-то интересный цветок, бывает какое-то стихотворение. То есть очень разное вдохновляет. Так, конкретно нету. Угу. А вы сначала начали рисовать на бумаге или пробовали все-таки сразу рисовать на чем-то еще? Вот, чисто вот роспись сама. Ну, роспись, конечно, начинается с бумаги, потому что роспись – это сложный процесс. Этому нужно учиться. Самому сложно, потому что есть очень много секретов в росписи, и композиция, и цвет. Поэтому первое – это было, конечно же, на бумаге, тренировочные, так сказать, картины, панно. А с чего стоит начинать? С какого, может, с каких красок или еще что-то такое? Ну, как все мастера пишут в основном гуашью. Это удобно, это доступно. Ну, картины гуашью для меня они самые такие красивые. А то, что мы видим сейчас вот здесь, это тоже все исполнено гуашью? Все исполнено гуашью и покрыто лаком. Расскажите, пожалуйста, вот о тех изделиях, которые принесли с собой. Я знаю, что вот у этого вот кувшинчика есть своя история. Да, этому кувшину уже очень много лет. Этот кувшин моей бабушки. Я его привезла с родины, там, где я родилась. И когда его так дом был закрыт, и вот этот вот кувшин, это все, что я могла привезти оттуда. И, конечно же, он у меня долго лежал. Но когда я научилась писать роспись, я его достала и, так сказать, дала ему вторую жизнь. Я знаю, что вы активно проводите вообще жизнь свою активно, все в творчестве. И хотелось бы, чтобы наши зрители тоже это все увидели. У нас есть фотографии. Я предлагаю вам вспомнить, а нашим зрителям посмотреть.
Скажите, пожалуйста, а хотели бы вы еще что-то освоить, кроме вот росписи? Знаете, так как человек творческий, наверное, хочется попробовать ну, все, что связано с творчеством. Очень много таких желаний, но вот все еще, я думаю, что все впереди. Я надеюсь, что я еще пойду учиться, чтобы стать еще отдельно, да? Да, более профессионально, более ну, профессионально научиться еще чему-то, и поэтому мне многое чего интересно, и может и портреты, и может пейзажи, то есть это такая живопись более классическая, можно сказать, то есть и лепка глиной, то есть ну я все люблю, то есть все, что связано с творчеством, мне все интересно. А где вы участвовали, может, где выставляли свои работы, кто видел, может, как реагировали люди? Ну, участвовала уже во многих выставках, потому что в Прибужье у нас активно все участвуют. И первая, конечно, выставка, которая была, когда я только пришла в Прибужье, для меня это было, знаете, открытие, так сказать, творческого мира, творческих людей. Я со многими познакомилась. И, конечно, эта выставка мне больше всего запомнилась. Там были... Это была ваша выставка или нет? Нет, это была не моя выставка. Там были и мои работы, но были и работы мастеров Прибужья на разную тему. И резьба по дереву, и батик, и вышивка, и бисер. То есть все, что делает Прибужье, все там было. И, конечно, для меня это было вообще... Я ходила вообще просто в шоке, можно сказать. Это все настолько меня вдохновило, что люди... Без образования могут. Почему я не могу? Угу. Но у вас же все-таки есть образование. Петряковская роспись я училась, да. Это я полгода училась у учителя. Елена Петровна Каркишко, она как бы меня обучала. Хороший человек, замечательный педагог. Она умеет правильно рассказать, показать, обучить. Поэтому... Ей я, конечно, очень благодарна. А где это у нас можно научиться? Или это индивидуальное? Ну, сейчас это индивидуальное. Уже сейчас она не преподает. А, то есть, а раньше это где можно было? Это было в училище. Это училище в Варваровке находится. И там, на базе училища, она, наверное, 15 лет преподавала роспись. Хорошо. И какие работы? Я знаю, что у вас будет персональная выставка. Еще, конечно, не скоро, когда она у нас будет? Будет в конце 2018 года. А ну вы уже думали, какие работы вы бы хотели показать на этой выставке? Конечно, к выставке заранее нужно готовиться. Там вот же как много, наверное, работ надо. Нужно много работ, нужно, чтобы это были такие работы на разную тематику. Это работы не просто вот цветы, это там... Разноплановые. И, конечно же, это все должно быть петряковской росписи. Там и какие-то... Как правильно? Забыла. Ну, должны быть разнообразные. Разнообразные композиции, разнообразный цвет. То есть очень нужно много трудиться для того, чтобы появились какие-то хорошие темы для работ. Это нужно много времени, так сказать, в себе... Переносить. Вот это, пережить, да. Это все. Я так смотрю, у вас в основном картины это птицы, растения, да, цветы. Вот у нас есть картина, на которой изображен целый пейзаж. Да, это сюжетная роспись. Это на тему Шевченко. Я прочитала поэму «Тополя», и, конечно же, мне очень понравилась она. Она немножко как трагическая тема, но в тот момент как-то мне она была очень близка. И поэтому я ее изобразила. Здесь девушка, которая не дождалась своего суженого и с горя умерла. Ну, такая вот тема, но очень такая интересная. И в темных тонах. И там еще как раз мотив. Там две строчки из именно поэмы Шевченко. Ну, она такая знаковая, как бы была, наверное, для меня. Это одна из первых или нет? Или уже современная? Нет, это не одна из первых. Это уже, у меня уже много работы, панно много. И подлаковой росписи очень много. Досточки в основном. Ну, она так отличается от всех картин. Да, и темный цвет, темный фон, как бы может такой он. И красные маки такие, которые немножечко здесь
ну, отличается, да. И, ну, я так знаю, это не единственная картина по теме вообще Шевченко, даже не тоже картина, вообще произведение. Угу. Да, вот есть еще здесь на столике ложка, которая... Вот эта вот самая большая, да? Да, да, она там внутри тоже такая тема. Мы с дочкой учили стих Шевченко, и потом как-то этот стих у меня был в голове, и на тему этого стиха тоже была расписана ложка, там внутри целая композиция. Можно? Да, да. Вот так вот. Я так понимаю, это хлюпочется вода под Явором, да? Да, да, да. Яром на долину, да? Да, поэтому такая сложная была работа, потому что маленький, и она такая неровная, я с ней долго работала. Ну, а дочка ваша тоже пытается что-то делать уже своими руками или нет? Ну, конечно, да, она рисует, она любит брать мои работы и там срисовывать, и там краски я разрешаю брать, конечно, дети любят. Как вы думаете, она пойдет по вашим стопам, или ей что-то нравится, может быть, другое, а рисование это как хобби будет? Потому что вот я же веду детскую программу, и очень часто, когда дети рисуют, спрашиваешь, кем ты мечтаешь быть, там, парикмахером, там, поваром, врачом, ну, не все хотят быть художниками. Вот у вашей семьи, вот в вашей ситуации, кем мечтает быть, может быть? Ну, младшая дочка, средняя дочка, она... уже так рисует, ей очень нравится, она всегда приходит и со школы говорит, мама, у меня по рисованию 11 или 12, то есть вариантов 2, или 11, или 12. Она любит рисовать, она всем рассказывает, что мама рисует, и она, ну, для нее это как хобби, а младшая пока еще маленькая, но уже краски берет в руки. У нас есть также небольшой видеофрагмент чисто от вашей работы. Угу. Давайте я предлагаю еще его посмотреть. Красками, на бумаге, на керамике, на дереве. С чем легче работать? На чем легче рисовать? Ну, конечно же, на бумаге. Бумагу испортил и выбросил. А дерево тоже сложнее. На дереве уже нужно писать, когда уже есть опыт, уже знаешь, как расположить правильно, как продумать композицию. Все зависит от того, на чем пишешь. Ну, конечно же, чем сложнее там, или ложка, или шкатулка, то сложнее. Когда какой-то меняется объем, да? Да, меняется объем. Хотя, мне кажется, уже... на шкатулке должно быть не так уже. На ложке сложнее. На ложке сложнее. В 100 раз, наверное. Да, на ложке вот... сложно. Там, да. А вообще, вот, когда начинает, когда человек интересуется, начинает писать уже на чем-то, вот лучше все-таки с чего начинать? Какой материал? Ну, можно начинать просто с досточки. Обычная кухонная досточка, ее можно расписывать, она плоская, на ней более, ну, легче. Первые так, мои работы тоже были маленькие досточки, я покупала и писала. Вы сами учились рисовать, а кого-то еще учите? Ну, на данный момент не учу, потому что ну, как, это такая работа кропотливая, нужно, занимает много времени и обучение. И, ну, если будут такие ученики, которые будут гореть так, как я, когда я увидела роспись, возможно, я помогу им обучать. Ну, это уже как индивидуально, да? Да, это индивидуально. А раньше, может, работали, может, учили детей
Нет, пока нет. Не было такого. А хотели бы попробовать? Ну, был немножко опыт, конечно, но хочется пока самой еще развиваться. Есть куда расти, да? Да, еще очень много есть куда расти. Я знаю, что вы также участвуете в мастер-классах. Расскажите нам, пожалуйста, о них. Где они проводятся в основном? Какие это мастер-классы? Чем люди интересуются? Ну, в основном это мастер-классы в школе или когда летом бывает на Советской, когда какой-то там праздник, то нас тоже приглашают, и людям очень нравится роспись. Они, даже многие не знают, что у нас есть... Что такое роспись Петряковская, что это наша роспись как бы национальная. Многим очень нравится, многие хотят попробовать, как это все пишется. Людям очень нравится. Ну, конечно, с детьми, если работаешь, то можно 2-3 часа вообще. Они будут рисовать, они будут... Спрашивайте, мне помогите, и мне покажите. Ну, дети, как все дети, наверное, любят рисовать. С детьми очень мне интересно. Угу. Они такие все, у них восторг вызывают все работы, и они прям так, и мне помогите, и я хочу, а нарисуйте мне птичку. То есть дети прям, они загораются. А дома вы также вот садите своих детей, учите? Или они просто, им просто нравится это, и они так сами себе пробуют? Когда я сажусь дома, то и племянница моя, они все садятся, берут листики, и мы с вами будем рисовать. То им очень нравится, они прям тихонько сидят, чтобы меня не отвлекать. Ну, им нравится, я подсказываю. Как вы подбираете темы вообще? Как подбираете картинки, где-то их, может, откуда они у вас, как вы их черпаете? Ну, темы бывают, конечно, конкретно что-то, бывает хочется классическую роспись, там, красный, оранжевый, зеленый цвет. То есть у вас первый цвет рождается? Да, да. То есть в голове первый цвет, потом уже картину рисуем? Бывает по-разному. Вот картина, которая надо мной, там, «Семья» называется, она там, петух, курица и трое цыплят. Ну, это, наверное, моя семья, потому что трое деток. И они так, как там вечер, все спят, только мама не спит. Ну, наверное, так оно и есть. Хорошо. А вот эти вот картины, вот у нас красные маки. Ну, эти картины, они... Тут больше идет цвет. Цвет, вот основной фон не белый уже, а вот зеленый и серый. И хочется иногда... разные брать цвет и на нем какие-то контрастные работы. Это готовые какие-то заготовки такого цвета, да? Да, есть бумага, продается любых оттенков. Я ее часто покупаю, есть и очень разная, есть серая, коричневая. И на ней можно делать уже там другой цвет немножечко получается. Что бы, может, вы посоветовали тем, кто только начал рисовать? Ну, тем, кто начал рисовать, не бояться, не стесняться, пробовать себя в любом возрасте можно, потому что творчество, во-первых, оно дает такую радость, приносит, успокаивает, развивает человека как личность, потому что, чтобы творить, нужно, чтобы было что-то в душе, в голове, какие-то знания, и поэтому каждый может попробовать не бояться, ведь как говорится, руки боятся, да, или как там есть поговорка, глаза боятся, а руки делают. Кажется, ну, ой, так сложно, так, ну, на самом деле, если это близко, если очень нравится, то все получится. А вообще, сколько надо времени, чтобы хоть приблизительно научиться? Потому что вот я как человек, который далекий, вот я смотрю, мне нравится, но когда начинаю рисовать, я понимаю, что это совсем даже не похоже. Вот сколько надо времени, чтобы научиться? Ну, все зависит от человека, от его способностей. Ну, наверное, несколько месяцев, чтобы освоить именно азы Петряковской росписи. Это там разные всевозможные мазки, которые нужно научиться делать. А потом композицию нужно освоить сочетание цвета, потому что это все очень нужно знать, чтобы картина смотрелась гармоничной, завершенной. А Петряковская роспись вообще сама тяжелая для... Засваивание, осваивание. Или вам она легко, в принципе, далась, а остальным чисто индивидуально? Ну, не легко дается, это сложно. Для меня это сложно, потому что тут
как бы очень много всего нужно знать, и композицию, и расположение, и важно, первые цветы, там есть основные каноны цветы, да, все есть, очень много есть правил, которых нужно придерживаться, чтобы получилась именно петриковская роспись, чтобы она не перешла там какое-то уже мое видение, а чтобы все-таки оставалась петриковская. У вас такая творческая довольно семья. Не планировали ли вы раскрыться где-то в каких-то конкурсах, вот, например, вот родина, творчая родина, да, единая родина, вот чисто как семейное какое-то творчество? Ну, возможно, если дети будут идти, так сказать, по моим стопам, дочка еще музыкой увлекается, поэтому все возможно. Все зависит от них, от их стараний. Я, конечно, их буду поддерживать, чем смогу. Она поет вас, да? Или нет, играет? Она играет на она скрипке. А как-то вас, может, вдохновляет, думает, играет, пробует? Конечно, я с ней хожу на занятия и сама немножко обучаюсь музыке, вникаю в мир музыки. Мне очень нравится. И, конечно же, вдохновение появляется. Она играет, ну так музыка такая приятная уже. Получается. Это вас дочка обучает, или вы сами просто себе пробуете? Ну, она, наверное, конечно. Она уже немножко, несколько лет ходит заниматься, и она меня обучает немножко. Вот как есть любимые произведения, также есть любимые какие-то краски. Вот какими красками вы больше пользуетесь, какие больше вам нравятся, а может есть краска, которая нравится, но вы ее наоборот меньше используете. Да, есть, я пробовала. Как изюминка, да? Да, да. Есть, я пробовала писать акриловыми красками. Многие мастера ними пишут, ними вроде бы быстро сохнет, и не нужно лакировать изделие, но акриловыми красками не получаются такие изящные тоненькие мазки. Я ними пробовала, ними сложнее писать именно роспись. Для росписи они как годятся, конечно, но не получается она такой богатой, насыщенной, потому что очень мелкие детали тоненькими кистями ними сложно выполнить. Их нету такого контраста, вот их плохо видно. Поэтому все-таки гуашь подготовленная, я пишу ней. А цвета какие? Ну, цвета, наверное, такие. В первую очередь, это классические цвета. Петриковка преобладает. Это красные, оранжевые, темно-бордовые. Такие красные цвета в основном. И зеленые. Ну, иногда и хочется чего-то нового. А если вот взять предметы, которые вы расписывали, вам больше нравится писать на черном или на светлом? Из чего начинали? Ну, начинала я, когда писала на бумаге, все хотелось попробовать на черном. Но на черном сложнее, потому что на черном цвете нужно писать подмалевок. То есть подмалевок — это композиция, которая вот цветы, они пишутся все сначала белым цветом, а потом нужно по этим же цветам точно попасть уже другим цветом. Поэтому это сложно. И я долго не решалась на черном фоне писать. Но это красиво, это классика, черный фон. И, конечно же, я. Ну, наверное, через год, через полтора я только начала писать на черном фоне. Тоже очень нравится, но немножко больше требует времени, чем просто на фоне дерева. А на фоне дерева вы чем-то тоже изначально набиваете рисунок или нет? На фоне дерева тоже я все как-то мне казалось, что оно яркое, не яркое. Но потом все-таки я так уже научилась, и тоже уже свои есть секреты, как писать на фоне дерева. Какие у вас, может, творческие планы на будущее? Конечно же, это развитие. Сейчас на первом месте у меня стоит выставка, поэтому я так уже готовлюсь больше вроде к выставке. Вроде как и времени есть, да, много, все равно. Для выставки это немного времени. Это как раз нормально. Как раз, да. Что уже есть что-то, что вы уже приготовили, вот это вот отдам на выставку, а там еще надо о чем-то что-то подумать. Наверное, еще на выставку ничего такого нет, только в начинаниях есть дома уже заготовки, которые, я думаю, будут достойны выставки. Поэтому все зависит от того, что будет получаться. И уже с тех работ, которые будут, уже будем отбирать, которые для выставки. Я так понимаю, те картины, которые сейчас здесь присутствуют, тоже будут на выставке? Ну, возможно, какие-то будут, да, потому что есть еще дома у меня много картин. И уже будем решать уже перед, непосредственно перед выставкой.
Хорошо. Я надеюсь, что вы еще обязательно перед выставкой к нам заглянете на наш эфир, обязательно расскажете, проанонсируете, пригласите нас на выставку. Да, конечно. А я нагадую нашим глядачам, що в нас була майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Людмила Гацура. Дякую, що ви були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.